Так, покатуха бомба. Начинается все с еды. Это все правильно. А закончится? Закончится оффроудом. Да? Так оно и будет. Так и будет. Так, говорит. Говорит, сейчас будет оффроуд. Сейчас посмотрим. Сапоги я одел сегодня, подготовлен. Машина, которая дальше всех доедет от старта, тот победил, короче. Нет, так финиш тоже здесь. Своим ходом. Ну, финиш, хотя бы стартануть. Ну пошли или будешь наставить? Сейчас вот минутку. Давай, может, пешком кто первый? Нет, я с тобой не буду. Ты в боти этих, посмотри, в чем ты. Да, я подготовился сегодня. А у меня вон кальсоны. На тонкой подошве. Так. Можно идти не по колее, но не пересекая. Ну, места бомбезные. Тут только серьезные внедорожники могут ехать. Руслан, Тарас сегодня это, выходной, он не может быть моим штурманом. Ты будешь моим штурманом? Ну, конечно. Только я на улице буду. Так, я тебя можно справа-слева ехать? Макс может быть твоим штурманом. Ну да, мы не входя на коридор, левее проверим. А где коридор? А где легче, справа или слева? Главное, не копай, в натяжку едь, Леня. Медленно? Да, да. Ну, то у тебя сапоги похожие на мои. Наверное, выиграешь. Да. Тут и лебедица есть где. Да, деревьев много. Деревьев много. Что-то похоже, да? Места классные. Тут такой торфяник серьезный. Это ручей в широком смысле этого слова. Он машина позволяет, да? Да. Ну, я вовремя переоделся. Я побежал через воду. Давай, я снимаю тебя, Саня. Нафиг тебе на шишиге куда-то ехать. Смотри, я пошел. Давай. Это реальный претендент на победу. Вот там будешь ехать. Не, ну места бомбезные, тут ничего не скажешь. Кто хочет проверить внедорожник, тут именно серьезно подготовленный, тут то, что доктор прописал. Колея от квадрика. Дальше продолжаем. Скажите, кто знает, снималось это видео вот здесь. Вот на этом месте примерно, Саня. Где-то вот здесь. А я тут перепрыгну, пацаны. Точно перепрыгну? Никто не снимал этот раз. Но я перепрыгнул. Это место. Так, все, идем на старт. Кто там будет первый, сейчас посмотрим. Ну, из опыта прошлых лет скажу вам, что здесь будет вот эти первые 100 метров. Это самый сложный маршрут. Дальше там чуть тверже, ну хотя тоже, когда копнут. В общем, все от автомобиля. Ну, машина, конечно, должна быть здесь легкая. Так, на патруле тут. Или на чем-то тяжелом. Долго мы тут вынимали и патрол, и даже и не тяжелые машины. В общем, сейчас все увидите. Так, друзья, едет серьезный участник. 5-0. Сейчас он там притаился. Или это он прячется наоборот дальше? Серьезный пилот. Глянь, прощупывает трассу. Ну, сейчас он все поймет, куда он попал. Так, начинают съезжаться участники. Геленваген подъехал. Что-то хотели пустить Нивы вперед и УАЗы. Легкий класс, но что-то они не готовы. Да, приехали явно ни Нивы, ни УАЗы. Ну, тут машины серьезные. Сейчас смотри, чтобы нас грязью не закидали. Эти серьезные. Первым Геленваген. Ну, во всей красе. Так, свежеиспеченный блогер дает команды. Это слепой. Блин, начало ничего, так как-то очень легко. Как-то очень легко. Неожиданно. Такие кизячки тут упали на камеру. Не ожидали.
такого поворота. Неужели нигде не сядет? На тибусах 37-е колеса. Неожиданно, если честно. Самый стоковый, да. Да, начало фееричное, неожиданно. Неожиданно легко. Нырнул с сапогами. Ну, грязи черпанул. Это траектория какая-то простая была. Ну, внизу ноги сухие, только чуть-чуть вверху намочил. Ну, Геленваген пока не едет. Я помню, тут были болота пожестче. Это я замылился, протектор у него. Так, а лебедка, не помню, что там с ней. А лебедка есть. Я здесь не прохожу, я дошел туда, я не прохожу. Чуть не проехал. И по клиренсу не прохожу. По клиренсу? По ширине не прохожу между деревьев. Нет, тебе надо взять вот сюда и вот с этого... Не пройду я там. Пройдешь, я... чего ты не пройдешь? Отсюда ты пройдешь. Там шишега проходила. Сдавай назад. И на меня. Если вывернешь, не выскочишь уже. Я говорю, что я там не пройду. Если вот под таким углом, то пройдешь, если отсюда. Ну, лебедой надо выскакивать сюда и бороться. Да. Вот вам и гелик. Чистится, но не сильно. Сейчас для интереса. Штурман в кроссовках, да? Отпусти ему. Я говорю, что я там не пройду. Да пройдешь, я в тебя верю. Да что ты веришь? Ты под крылки купишь новые? Нет. Я знаю, где продают, в Житомире. Там цепляются. Да что? Да нормально тебе хватает. Влево руль, влево руль. Так он не крутит. Пробуй.
Да, тут узкое место, помню, было тут сложновато всем, широким. Но в притирку проходили. А блокировки не работают? У тебя назад колеса крутятся. Да, сзади колесико красивое. Пройдет или нет? Такой гончарный круг получился из заднего колеса. Проходит аж бегом. Дерево, кстати, ненадежное, надо его сломать. Я сейчас заеду по дрифту. Не ломай сейчас, на дереве. Теперь сейчас бы пригодились клыки, на которые остатки троса бы просто намотали. Машина проехала уже, что вы начинаете? Вы снимали это? А как? Это естественное препятствие, я же не копал. Иди убирай свое естественное. Отца Павло с лопатой нет сегодня. Бобер, а теперь смотри, сколько термитов остались без домика. Вон, глянь. Это из-за меня проблема? Ну, из-за тебя, все, смотри. Ракушка? Это ракушка. Это схованка белая. Зато на шишигу дерево не упадет теперь. Да, на шишигу даже если бы упало, по-моему, ничего не произошло. Да, конечно, пилота оглушило. Пилот вытряхивал, да? И ничего страшного, перчатки дорого, руки... Братик, ну как ощущения, расскажи. Да, вот это глэчики можно лепить. Глэчики, да. Едет гелик по шоссе. Главное, чтобы ничего не сосало. Самый главный, что я разбирал. Сломал дерево. Подожди, не газуй, мне страшно. Сантраки делаю. Блин, оно полностью слабенькое. Бери его, оно легкое будет. Тихо, поехал на глычиках. Так, там ручей дальше. Догоняем. Смотри. Нормальное кино. А куда он поехал? Он не туда поехал. Саня. Он правильно поехал? А куда он поехал? Пошли за них. Неправильно поехал, возвращайся, объезд.
Слепой нырнул. Ну, красиво красота, идет. Красота, да ты шо? Руки помоем, водичка. Слепой упал в крапиву. Так, гелик застрял. Надо видео называть гелик на спецучастке. Уже 20 минут отстреляли. Да. Чуть не проехал. Знаешь, надо делать как это, как комбат крю. У нас куча людей с камеры, всем хорошо. Саня, вот в этом месте обычно я спрашиваю, я допрыгну до той стороны? Да тут ты допрыгнешь, переступить можно. Вот там интересно, где я прыгал. Сосало тут 35-ку. Сосало пятку у тебя? Прыгнул, сосало пятку, поэтому и упал. Давай. Давай ты будешь прыжки снимать, потом у меня украдет. Подожди, давай. Батарейка садится. Ёптер, мы готовы. Блин. Аж камера заглючила. А ну попробуй кусать. Я как раз на паузу. Молодец. Блин. Я ж спрашивал тебя. Поехали в больничку. Ну так люди и гибнут. Лебедку не туда нажал и череп прижал тросом. Расскажешь такие страсти. Ну я образно, это фантазия. Страшно было? Бля, я даже хотел домой уходить уже. Тихо, не ругай плохими словами. Говорят, сиськи. У кого сиськи большие? Разве он же спиной стоит, где сисек нет? А, вот, блин, издеваются над человеком. Так, ну. Подключи драйв. Что скажет лебедка? Там деревья тут, кстати, падают регулярно на голову. В прошлый раз что-то падало, я только не помню что. Ну, какое-то большое. И колеса правильно. Подбирай. Подожди, пока не трогай. Штурман в кроссовках на босую ногу. Без перчаток. Да? Без перчаток очень суровый. Это же УАЗист. УАЗист, да? А, ну тогда Дашу. Немецкий УАЗист? Нет. Не? А что, у него УАЗ есть? Да. Какой? Красивый? Патриот? Цыганский. Цыганский? Блин. Притяни чуть-чуть. Так, а ты куда дорога дальше? Круг вокруг. Да. Вокруг дерева. А, тут разворот. Ну, путь штурман, как тут я. Разворот. А, сейчас упрется. Переворачивай. Есть, да, пошел назад. Касание дерева. И обратный путь.